Peggy 18. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Женек, и сегодня мы с вами играем в игру под названием Самп. И сегодня кто с нами? Вилли и Слоу. Да, вот так. Вот так вот. Всем приветик. Хаюшки. И у нас тут просто какой-то непонятный стриптиз, дед в пижаме. Какой-то извращенец. Мистический этот товарищ. И дедушка мент. В плаще. И мент, который гладит нет. свою ногу. О, да. Ты просто возбуждаешь всех. Так, чё, бухнуть можно, чё? Дринк? Нет, дринк не работает, дринк. А я жру прям тут. Просто... Давайте создадим банду. Давай. Ебанутые дяденьки банда, да? Все, у вас недостаточно очков дрифта, нужно 500 тысяч дрифта очков или 10 уровень игрока и 1 миллион. Короче, так надо просраться, чтобы вообще банду создать. Короче, я не могу создать банду. Что происходит? Банду. А ты чё, невидимый? Я не знаю. Ты в тачке? Наверное. Блядь. Вот. Сейчас я в тачку залезу. Давай, заходи. Бля, я на потолке, пацаны. Ой, извини. Ой, это блин. Пацаны, я на потолке, блядь, ёбаный в рот. Заберите мне. Телепортируйся в стрип-клуб обратно. Блядь, я на потолке. Я выйду, блядь. Я, блядь, в текстурке упал, сука. Какие текстурки? На, я падаю, пацаны, всё. Так, какие тачки можно? О, я сегодня эту ерунду купил. О. Так, одноместная. Она одноместная, сейчас я нормальную машину себе куплю. О, вот эта машина, блядь. Ё, поехали. Мечта моя, блядь. Блин. Бля, моя мечта. Как ты её нашёл? Блядь, это просто, бля, машина. О, пойдёт, красота. Всё, полетели. Бля, ты зачем самолёт купил? На крылья вставайте, на крылья. Давай. А, да-да, на крылья давай, блядь. Денег полно, сейчас полетим. Сейчас поедем. Мне главное развернуться, у меня под ногой вот этот вот сраная ерунда. Все, под а я накрыл. Да зачем мою машину там? Кто-то что-то дымится немножечко. Сейчас. Это Snoop Dogg. Сейчас все по красоте будет. Полетели. Сейчас, я не знаю, если мне фонари дадут это загнаться. Да нормально. Все нормально. Полетели! За крылья такие. Крылья слишком большие, не получается взлететь. Обрезание устроим давай. Об эти, об столбы, да? Ага. Так. А где мои пушки? Что-то я не понял, как... А, покупка транспорта. О, красота! О, все. Свэк, ёп. Давай. А я сзади сяду, как заключенный. Хотел прыгнуть. Ладно, я спереди сяду. Поехали. А куда едем-то? А давай кого-нибудь убьем. Надо тачку покатить. Заодно можно машину помыть. Едем. Так, дробовик. Чек. Вилли, ты в кого там стреляешь? Ну машина какая-то есть вот стреляет. Сейчас я пытаюсь ее догнать, если у меня получится. А если не получится, то... Все будет нормально, ребят. Я, сука, подозреваем. Это хакер, вон у него даже написано, что это хакер. Куда ты поехал? Watch Dogs, Watch Dogs! Пацаны! Он что, бронированную машину, что ли, какую-то сделал, не могу понять. Куда он едет-то? А там они вроде бессмертные машины. Да? Ну да. Ну главное сейчас чувака завалить. Ну да. Ну там уже половина жизни. Да? Круто. Давай, завали его. Видишь, машина восстанавливается, а чувак не. Нормально. Опа! Бля! Русский. Нормально. Давай. Да, у меня патронов нет под. А слушайте, справа какая-то дополнительная фигня. Че это? Оба, давайте заедем. Посмотрим.
Пацаны, как меню использовать, сейчас, когда Макс не сидишь? Ладно, что ты? На двойку нажми. Да, точно. У меня поосторожнее. Давайте я вам ставлю. Добро пожаловать, вы находите на лучшем сервере. А, этот спавн или что это? Не знаю, это просто какая-то дрифт трассы или что-то вот. А, ну ништяк, давай пройдем. Ой. Нормально. Ничего, у меня машина просто неповоротливая, большая. Это же русская дрифт трасса, что ты вообще? Это какая-то маленькая дрифт. О, может быть, мы тут на самолете взлетим, а? О, в натуре! Да. Ой, я немножко вышел. Немножко, как всегда, немного выходим. Так, отлично. Сейчас я все... О! О! Красота! Стой, не лети. Сейчас я немножко накрыл. Поверну его. Давай. Че, летим? Погоди, погоди, погоди! Нет, я не сопрыгнул. Все, летим. Или нет? Бля! Ладно, я на крыле, все, давай. Все, полетели, сейчас засосет нос. Только ты, это, больно резко не взлетай. Я пытаюсь. Самое главное. Валя, мы держимся. Это я у нас приятный. Просто обозревательная экскурсия Лос-Сантоса. О, я улетел. Ой. Зачем? Ты где? В воде? Я плаваю. Я не могу остановиться, к сожалению. Я в тебя подобрал. Мы карасики. Главное, я еще стою, блядь. Пойди. Ой, ты что, в здание влетаешь, блядь? А его раньше тут не было, я его не ожидал. Что происходит, я ничего не понимаю, я до сих пор держусь. Блядь, я падаю. Я плаваю. Все, я умер. Все, я паркуюсь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. У меня сервер close connection. Я паркуюсь, тихонечко паркуюсь. Ладно, потом. Так, давайте на телепорт и на гору Чилиат, я предлагаю вам телепортироваться. Ладно, я потом склею эти видео, просто мне сервер close connection. Если у тебя клей-то есть, у тебя есть? Конечно, есть. О, ребят, давайте все на гору Чилиат, я при... О, я на горе. Ого, ничего себе дома. Пойдем за мной, тут прикольная штука есть, смотри что. Шар воздушный вот этот, давай, полетаем. Ого, ничего себе, вот это офигенно. И дымок еще такой. Все, полетели. А как? А как полететь-то? Может, его надо раскачать каким-нибудь блоком? Ну, что-то он в текстурке. Может его заспавнить можно, я думаю, не? А что, может попробовать? Он наверняка что-нибудь заменяет уже. Ну да. Я немножечко... О, ничего себе, череп классный. Да, только вот держится ни на чем. Так, сейчас я отключу как-нибудь. О, отключил себе этот... ерунду эту сейчас. Да погодите, я скриншот сделаю, кто меня лупит-то? Все, превьюшка готова, можно сказать. Аналогия. А вот как ее сделать вот нам тоже? Че? Вот это вот картинку, видео. А, превью, что ли, я в фотошопе делал? Да кто меня мочит-то, ёпта СТ! Погодите меня мочить, сейчас, рано, погодите, рано. Помогу. Рано, ребята. Я его убил вроде. На-на-на-на-на-на-на-на. Все, мы его убили. Так, у меня жизни нет. Так, как тут? Так. Анимация. Оружие. О! Так, отлично, АК-47 купил себе. Ну да, закупитесь оружием. Так, как ты себе бронежилет там сделал? А там на настройки персонажа можно сделать. Так, а где пополнил настройки? Жизни, пополнил броню. Ой-ой-ой, кто-то меня мочит, зараза. И сменил скин. Ой-ой-ой. Зачем-то причем? Почему ты сменил? У тебя и тут классный был. Так, вот я думаю, на чем полететь бы. Кто меня мочит? Да в натуре. Что происходит? Это не то. О, блин, я теперь проститутка. Ну и красота. Там какой-то. Ах ты тварь, ну стой! Сейчас его задавлю. Ты меня задавил! Ты меня убил, ты проститутка. Да? Ёбаный. Я хотел чувака убить. Ты меня убил. Что делаешь? Я сейчас чувака... Я чувака убил! Я всех убил, ребят! Все, я обратно на горе. Я опять коп, кстати говоря. Ну, отлично. Все, полетели! Говно какое-то. О, какая-то штука.
Проститутка! Иди сюда. Я полицейский. Да, я... У тебя какой скин? Я полицейский лично. Себя вижу, по крайней мере. Что такое одни из самолеты? Все бомбанеты, ребят? Все походу что-то бомбанет. Ой-ой-ой. Самолетик. А он трехместный или... А он двухместный только. Давай, прыгай, Женёк. Сейчас, я себе машину заспавню вот эту. Давай, я сяду. У меня, кстати, такая в GTA 5 есть. Пацаны, а меня кто? Точняк. А, ты тоже садись. Меня забери. Нормально. Так, сейчас... Я сутенёр. Так, а где здесь это съезд, спуск? А, вот трамплин справа. Не-не-не, это не то. Там прям трамплин был. Ай. В никуда. Вот сейчас дальше, посмотрим. Да, вперед есть? И налево еще. Вот, да, она... видишь? Эпичный вообще. Нитро у тебя есть. Так. Будет классно. Давай, 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 я верю. Ну ничего, куда-нибудь приземлимся. Ну да. Все нормально, как ни странно. Ну, здесь он стоит. Даже перевернул. Ну да. Реально как Джейсон Стэтхэм. Ой. Ты не Женёк, Джейсон. Да, поехали. Иху! Сейчас, блядь, вообще капут. И нормально. Брейкданс. Нижний брейк от... Классный такой бизнес-класса автомобиля. Нижний тузовой брейк. Нормально. Так, что еще можно придумать? Так, посмотрим в телепортах. А слушайте, давайте отправимся на рейс какой-нибудь. Я думаю. Так, дрифт рейс. 1, 2, 3 или 4. Давайте на рейс один. Как вам? О, чё за... Так, давай. Так. О, найс. А куда? Отлично, я на грузовике прям заспавнился. Я тоже. Так, спортивные. Где мой? Так, 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 так. Что за говно вообще? Ох, ю! Ну чё? Всё, у меня ну, самое что-то есть спортивная тачка. А, нет, стоп, я не туда еду. Туда. Всё, поехали. Блин, а у меня нет нитра, вообще ни грамма. Плохо. Хотя должно быть. Ещё этот Джейсон с Сетхом просто. Воу-воу-воу! А. Улететь можно так. Ну. Я прям по краешку еду. Да-да-да. Я прям чуть не улетел. Саны, вот где там? Я уже уехал. Ну, сзади. Сзади, вы чё там? Я на грузовике, я вообще самый задний. Не, это я самый задний. Заднеприводный, блин. Бля, я улетел! Бля, тут камни, пацаны, тут камни. Ребят, я буль-буль-карасик. Ну чё, твоём буль-буль-карасик? Нет, мой грузовик ещё жив. О, камешки. А, ты камешки прилетаете? Я их объехал слегка. Ты в текстурке прям едешь. Текстуры не прорисовываются так. Да, я понял. Едешь все слегка. Ну да, текстурки вообще говно. Я думал, только у меня такая фигня. У меня тоже. Горы, горы, а за ними моя родина Армения. Ну тут реально горы такие хорошие. Женёк, ты меня обогнал, что ли? Наверное. Ребят, вы куда уехали? Да чё ты туда знаешь? Я уже сам запутался. Просто по дорожке, слегка, прогулочным шагом. Подождите меня. Я еду. Вот тут спуски разные. Прикольно. Зря я этот грузовик выбрал, он какой-то скучный. Там какое-то говно большое, блин, посреди трассы. Вы видели? А? Да-да-да, там камни. Так, погоди. Как будто хомяк огромный насрал просто, реально, ребят. Ну, офигеть. Давай, садись ко мне в машину. Сейчас я себе тачку заспавню какую-нибудь хорошую. О, пулит вот. Тебе заспавни как у меня. Блин, не то, это говно какое-то полное. Вот как у меня заспавни пулит. Сейчас, я нормально. Помню, тут тачка какая-то была, она вообще ништяковая. Так, как она называлась-то? Господи, такая длинная, да? Не-не-не-не-не, сейчас. Такая. Блин, я забыл только название. Лимузин, ёпт.
А, во, ребят. Сейчас он меня въебётся, блин. Я ничего нет. Как знал то, что меня, блядь, въебёт. Вы кикнуты по подозрению в читерстве. Как всегда. О, вот она, моя любимая машина. Так, ребят, подождите меня. Немножечко помял. Потом придется склеивать, зараза. Ненавижу склеивать. Слушай, посоветуй, как лучше видео склеить. Да, я что-то знаю, если вот этот видеомастер скачал, и чисто туда видосы кидаю, нажимаю конвертировать, он сам соединяется. Удобно, быстро. Гар. Сейчас какой-нибудь резкий поворот будет, я точно улечу. А, я же говорил. А это что? А куда я теперь? Обратно, что ли? Ну, поехали, обратно. А я захожу, ребят. Какие-то непонятные сетваки с какими-то киками этими ужасными. Да вообще ужасно. Меня ни разу еще не кикнули. Женек, тебя кикали? На этом еще нет. Странно. Опа, я улетел, все, отлично. Так. Женёк, давай, заходи. Сейчас, я так просто что, не хорошо? Сдамся, я поплыл. Нихуя себе, Женёк, блядь. Вы куда там плывете, карась? Блядь, он, блядь, нет, на лодке, блядь. Сейчас, я доеду туда, где повыше подняться можно. Нормально. О, смотри, давайте прям на лодку прыгнем. Подъедь ко мне. Угар. Так, нормально? Или еще? Да, нормально. Нет, ты едь как бы прямо на старт, ты прям меня увидишь, я тут стою. Да я тут стою, курю там. Ну да, как ты угадал. Опять эти какашки, ужас. Женек, ты где? Да я что-то заблудился немножко, еду куда-то. Вилли, это не ты там срал на дороге? Стоп, тут можно запрыгнуть сейчас. А, ты большие какашки приезжаешь. Да, какашки проехал. Ты иди, ты едь подальше, короче, сразу мой булит увидишь, я прям тут стою. Я сейчас приеду к вам, вы не торопитесь. Сухарик. Депортировался. Какой сухарик? Он тут, блядь, в чате какой-то. Ну запрыгивай же, ёпарасы ты. Вы нет, чё, тут что ли? Вы внизу что ли, я не понял? Бля, я по дороге прям. Блин, всё, я короче... Бля, я в море. Я, короче, телепортируюсь обратно на спаун, потому что меня куда-то выкинуло просто. Так давайте тогда на другое место, что ли. Давай. Телепорты, дрифт, не. Так. Развлечения. Давайте на паркур в развлечениях. Будет интересно. О, отлично. Ох, ё. Блин. Что за говня? О, отлично. Прикольно. А где паркур? Где обещанный паркур, да? Ну, сейчас я себе тачку заспауню, посмотрю, где паркур будет. А, там на тачке надо, блин. Я думал, пешком. Так, покупка транспорта спортивная. Комица. Булит. Булит? Поехали. А, вот это вот паркур. Нифига себе паркур! Это все что ли? Я прям на задание въебал. Все. Нет, моему блиту, короче. Вот это весь паркур. О, я прям на дом попал, красота. На крышу прям лег. Давайте. Говно паркур какой-то. А я знаю, что надо с этим паркуром делать. Ой. Женек, ты че? Зачем мою машину ломать? Он везде найдет наркотики. Блин. Что за? Так, сейчас угар будет. Все. Ой, извини, Женек. Я хочу куда-нибудь на рейс, на нормальный, тут что-то... Блядь, я тебя сбил, и сервер полсканный, что чисто. Вообще говно сервак какой-то. На самом деле сервак интересный, но меня убили. Умер. Кстати, Женек, запомни, когда у него что-нибудь не идет или что-нибудь тормозит... Игра говно. Игра говно, да. Так, куда телепортировать? What the fuck? Это что у меня экран поплыл? Наркотики, наверное, принял, это попозже. Офигеть! Так, покупка транспорт. Ой, какой транспорт? Так, буду. Драг. Так, а ребята, вы где? Я, знаешь, вообще в полной жопе в этом
Я на ДМ-зоне, короче. Я вообще. А я на холме. Чё за холм? Не знаю, телепорт, дрифт, холм. Меня опять кикнули, ребят. О, здорово. Чё, я не понял, я чё, всё это время не снимал, что ли? Бля. What the fuck? Я чё, не снимал, что ли, всё это время? Ребят, я не снимал всё это время. Всё, я тебя засужу, я сфоткаю. Ребят, я вторую часть не снимал никак. Так. Вообще говно какое-то. Где фотоаппарат? Тушитель. Фотоаппарат? Ты кого там щелкаешь? Голых баб? У меня огнетушитель есть. Был. Огнетушитель он нашел. Кружняк, а ты че капот-то открыл? Да сейчас твой знает, так делать нечего. Просто. Я у тебя тут посижу. На коленках. А как? Офигеть, я сижу. О, на номер мой посмотри сзади. Сейчас посмотрим. Я себе самый оригинальный номер написал. Ребят, вы где? Вот я со своим розовым неоном. Итак, я продолжаю снимать только что. Так. Сейчас я двери закрыл, походу, случайно. Куда мне телепортнуться, люди? Все, отлично. Открыл. Так, я продолжаю снимать тоже. Так. А мне скажите, куда мне телепортировать? А зачем? На холм. На холм? Холм отличный, да. А где он находится? А, телепорты, дрифт и холм, что-то такое. А, дрифт, холм. А вот, где да. Мой розовый неон? Что-то я не понял. Где мой розовенький? Так. Покупка спортивной LRG. Не розовый, не он пропал. Поехали, ёпт! Все, поехали! Оба! What the fuck? Ой. Срезаем, ёпта. Я качусь кубарем в воду. Я тебе помогу. Со мной ещё, прикиньте, я ещё живой, со мной какой-то Никита есть. Сейчас я его скину. Это я чемпион, я дыхнулся. Садись со мной, Женёк. Пацаны, вы где там? Я вообще в жопе. А я на трассе опять. Сука, обогнать решил. Какой? Я подъехал к большим круглым зданиям. Блядь, я сейчас дерево вырежу. Круглешочки? Какие? А куда дальше-то ехать? А чё знать? Какая-то трасса непонятная. Я возле больших круглых зданий, короче говоря. Я тоже. А я еще еду, я не раз. Сейчас я немножечко. Нихера себе, тут такая херня сейчас. Женёк, ты куда летишь там? Я просто летаю так. Человек-паук переиграл все-таки мне. Так. Она на тренировочной зоне. Я колесами застрял, короче. Колесами? Тренировочная. Нет. Женёк, садись ко мне давай. Ты где? Мы? Где там кругляшочки такие вообще белые? Да, круглые здания. А, я на аэропорт ДЛС. А, все, приезжаем, давай. Поехали, Женёк. Поехали, поехали. Все. Я буду с тобой ехать. Давай, едь за мной. Я вообще буду куда-либо ехать. Я знаю дорогу. Ты не сомневайся, я знаю. Ой. Пацаны, какие дорожки? Ты где? Да все, мы в аэропорту. Ты в каком аэропорту? За мной ЛС. Дэвид Гуэта увязался. Поехали отсюда. А, Женёк, садись со мной в другом аэропорту. Да мы же телепортнёмся просто. Ой. А, давай, как его там? На телепорт двойку, телепорты. Там, короче, телепорты. О, аэропорт ЛС, все, я телепортнулся, вот я. Аэро ЛС, да? Да, вот там прям, выходите, я вас встречу. О, текстуры непрорисованные, классно. Ой, я провалился в них. Уже провалился плохо. Все, я нормально, я в аэропорту, все в порядке. А где аэропорт? Я в аэропорту, но вас не вижу. Так, ты где же? Я... Так, я где? Вот долбанные текстурки, я упал в них и... Снова упал. Ребят, вы какого цвета? О, вижу.
так. Это вы там, что ли, да? Проститутка на велике и негр. Да, 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 мы. А как к вам прилететь, проститутка и негр? А вы прям... Я просто в текстуры упал. Вы прям в текстуры, блядь, ебанитесь, молодой человек. Так, сейчас я прилечу. Ой. Покупка транспорта. На 100% уверен, сейчас что-то эпическое произойдет. Ща... Не, я СиДжей, ёпта, я сменил скин, и я СиДжей. Все нормально. Блин, я опять там. Или я вертолет придавил. Ща я прилечу. У меня не заводится, блин. Да что за говно, если заспавнил? А вот. Мотоцикл какие-то херня. Мотоцикл. Мотоцикл. Мотосака какая-то. Так. Что это? Давайте какую-нибудь хорошую такую. Ща, ребят, я прилечу. Да чё опять за дерьмо-то, а? Чё, себе нормально не машин не могу заспавнить? Всё, я прилетел. Наконец-то. Всё, поехали. Это мой мотоцикл. О! Я тоже... О! Это моя мечта, это моя машина. Это чё за дик у тебя, это... Это чё за дик у тебя наверху? Кукан какой-то реально. Офигеть. Мороженое. О, хорошо, даже нитро можешь. Есть. Красота. Любишь сладенькое? Какие сложно управлять этой ерундой. У тебя так. Еще, когда ты едешь, это... Ну, мороженое там наверх. Там влево-вправо. А, стоп. Чё меня не предупредили, что сворачивать? Ребят, я предлагаю эпично закончить серию. Я тоже, я полез наверх. Нет, это не то, что ты думаешь. Че, я не могу запрыгнуть наверх. Сейчас я. 5 секунд. Вот так. Это отличный скриншот, я себе потом превьюшку нормальную сделаю с этим мороженым. Эпик. Как вам мой КамАЗ, бля? Так, что тут еще-то есть? Нет, это маленький. Какой есть большой там вертолет-то? Маврик, что ли? Да господи, чем меня сегодня прет-то на эти машины? Все, пацаны, смотрите, я прям встал на эту. Радник, ты посмотри, как это эпически выглядит. Я тут с сосиской езжу. О, ребят, садитесь ко мне сюда на вертолет. Сейчас эпично закончим серию. Ебанемся все вместе. Да, именно так. Эпично, очень. Тут сколько места-то? Много. Все, полетели? О, господи, а у меня голова в вертушке. Все нормально. Ничего, что у меня из головы лопасти растут, все. Ты деталька вертолета. Нигер такой. Да. Музыку пока послушайте, расслабляющую. Так, повыше поднимемся, это низко пока. Текстурки мерцают, капец. Ты чё, я нигер-то постоянно какой-то. О, я сел. Отлично. Сел? Всё, ништяк. Нет, я просто присел на корточке. Опа! Так, а теперь самое главное. У меня кровище струится почему-то. Да? Меня лопастями бьёт. Готовы прыгать? Готовы прыгать? Всё, короче, полетели, пацаны, всё, да? Как выйти с самолёта. А я уже умер и лечу вниз. Всё нормально. А я ещё лечу. В общем, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, подписывайтесь, просматривайте все видео. Всем пока, давайте. Всё, пока. Да, всем пока.